правило жизни в каждом дне находить положительные моменты. Даже если, допустим, вы встали с утра, налили себе кофе, у вас разлилось оно. Вы порадуетесь то, что не горячее, то, что не на вас пролилось. Идти по жизни с позитивом и к позитивным людям притягивается добро. Правило утра, то есть утро начинается 8-9, без разницы, есть какие-то дела или нет, ты более продуктивный с утра. То есть и потом, как говорится, сделай дело, гуляй смело. Правило работы с командой, то есть команда должна быть как единый механизм, каждый делает свое дело и каждый нацелен на результат. Это приведет к хорошим успехам. Мотивация сотрудников, слышать то, что говорит сотрудник, то, что хочет, и учитывать его пожелания. То есть быть человечным по отношению к другим. Правила общения с клиентами. То есть с клиентом нужно быть доброжелательным, несмотря на то, какой клиент к вам обратился. Мы выдаем продукт клиенту. И нужно обязательно поинтересоваться, как клиенту понравилось, не понравилось. То есть таким образом мы получаем отзыв, и клиент более лояльный. То есть он чувствует заботу. И таким образом выстраивается сарафанное радио. Люди к нам обращаются, зовут своих друзей. И у нас были такие даже отзывы, то, что писали не сами люди, которые приобретают продукцию, а кому подарили. То есть девушка нам написала: вот я получила подарок, увидела то, что у вас там визитка, у нас... В каждую продукцию мы ложим шоколадку. Ну, это как приятный бонус. Там наши контакты есть и наименование компании просто. И нам вот пишут люди, которые получают наши подарки, то, что они рады, то, что они, им очень нравится, и они сами хотят получить этот, сами хотят заказать подарок. Делать как для себя.